Вот ты, наркоман, ты знаешь, кто ты? Ты хомяк в колесе, который постоянно маслает вот этими своими лапками, маслает и хочет куда-то убежать, а на самом деле остается на одном и том же месте. Мы далеко, а були как лохов, валим за кордон с набитым рюкзаком. И вот я, будучи хомяком, просыпаюсь каждое утро от того, что меня уже кумарит, зная о том, что такие же два хомяка, как и я, находятся в определенном месте, потому что мы, ну, постоянно там собирались хомяками, то есть, а хомячий движ, дабы бежать в одном колесе постоянно, потому что втроем легче, как-никак, но втроем легче в этом колесе. Каждое утро в 10 часов утра мы встречались, у нас был автомобиль, в котором приблизительно 5-6 литров дизеля было заправлено, при этом одна пачка на троих сигарет. Вот так вот у нас происходит утро. И мы начинаем все втроем сидеть в машине и генерировать идею, где взять раскумариться, где взять бабок, где поднаживиться, где что ограбить, где что украсть, кого надурить, что продать и тому подобное. То есть вообще не важно. Сидим и генерируем. При этом, что ты ж не только сегодня стал наркоманом, а это уже долгие года наркоман, да, который уже исчерпал. Сережа, я извиняюсь, перебью тебя, Александрович. Давай вместо слова наркоман использовать хомяк. А, ну, хомяк. Да. Да. Ты же не сразу стал хомяком. Ну да, я ж не сразу стал хомяком. Я и шел к этому очень долго, уверенно. Ну, да. Дабы стать хомяком. Мои друзья хомяки. Дозняк, что у того, очень велики. Один же, насколько я понимаю, был грузинский хомяк. Один был, да, славянский хомяк, а вернее два славянских хомяка и один армянский хомяк. Да, один был из нас армянин. И так все коварны, злые. Просто не подарят даже друг другу ни хрена. Ну? Вообще просто. И мы сидим и генерируем, где бы найти нашу жертву. Угу. При этом у нас есть какая-то идея касаемо с барыгой, но мы уже эту барыгу уже дурили, уже дрелили. Натягивали как угодно. И где не продавали наркотики, туда мы не вхож никуда, потому что где нас видели, сразу или морозились, и, ну, не продавали нам наркотики. Только можно было через кого-то взять наркотики. Итак, проходит где-то полчаса, и у одного из хомяка происходит грандиозная идея. Говорит, есть одна мысль. И два хомяка сразу, опа, это, блин, луч. Ну, в туннеле. То есть, когда в полной тишине, в полной злобе ты генерируешь какую-то идею, не понимая, где взять именно бабок, потому что это постоянно, каждый день одно и то же самое. И когда кто-то произносит из хомяков, что есть одна идея, где взять бабок, то ты молниеносно просто переводишь, ты смотришь на него. Перенаправляешь всю надежду. С такой именно, знаешь, именно с такой радостью, как бы шум. Вот, надежда. Ну говори, давай, говори, да, говори, давай, хомячочек, давай, какая же у тебя идейка выросла, давай, давай, маленький, давай. Он говорит, ну только при одном условии, годится вообще, ну, любые условия, говори, любую. Да, какая же идея? Есть музыкальный центр, который мы сможем заложить в ломбард, но до вечера его надо обязательно выкупить, потому что придут родаки. Вилы в боке. И тебе уже, ты нигде не сможешь бегать своими лапками, потому что, ну, будут вилы. В ответ два хомяка. Да вообще не проблема. Нам только сейчас подсняться. Мы сейчас подснимемся от наркотика. И мы тебе выкупим этот центр. Еще один купим. И еще и один купим. Вообще не проблема. Нам самое главное на передвижение и поехать за делами. Все. Больше ничего нас не интересовало вообще. Мы заезжаем домой. При этом дома никого не было. Музыкальный центр
порядочный на то время хороший музыкальный центр. Мы его грузим в автомобиль и едем в ломбард. Нам за него дают порядочную сумму денег. Мы понимаем, что нам хватает добряче на раскумарку, на заправиться, еще и на сигаретки, и на водичку. Как говорится, за щеку хомяку. Да, еще и за щеку одному из хомяков. Мы это начинаем делать молниеносно, так как нас кумарят, и мы понимаем, что все, есть уже раскумарка, надо быстро поехать, взять для начала раскумариться, а там уже думать. Там все само собой решится. Музыкальный центр и тому подобное. Так как на Троещине поблизости не было нигде приобрести наркотика, мы приняли решение сразу же на месте ехать в Яготин за делами. У нас, цыганям. Да, к цыганям. У нас там как раз нормальное количество, 20 кубов шерева. Выходило за этот центр. Да? И заправиться туда и назад, вроде бы по нашим подсчетам, все нам хватало. Мы летим, с цыганями договариваемся, все это на ходу происходит, уже заправились, валим именно на всех парах, что только можно. Цыганка тогда нам выкинула, закладку, там малолет, такой шпингалет подбежал, видно не из хомяков сразу, малолетка очень. Подбежал за остановку, кинул нам в двухлитровой бутылке 20 кубов, это 20 миллиграмм жидкости. Это тоже думаться, так они сделали, нам вообще похер было. Мы берем эту бутылку, раскумарились, все нормально, все четко, едем же, летим, уже не летим, на расслабоне, едем якобы. И один из хомяков говорит: вы же понимаете, что надо музыкальный центр давить. Время. Мы сейчас все выкупим, все, не кипишуй, да. Все нормально будет. Музыкальный центр уже стоит, уже дома. Все нормально. При этом едем, и как оказалось, у нас очень долгое время не работал датчик топлива. То есть он просто не показывал, он не работал. У нас внезапно глохнет машина. Глохнет машина еще и на таком месте, которые там проезжают машины, наверное, раз в полчаса, если ты встретишь машину, то ты именно с такой радостью ее встречаешь. В гиблом месте. Очень гиблое место. Ты с такой радостью встречаешь эту машину. Не просто в стороне где-то, а ты не оставляешь шанса вообще водителю объехать, понимая, чтобы 100% была полная остановка. Превращаясь, сука, в лежачего полицейского и тому стоящего. Подобное. Стоящего. Да, внутри превращаясь в стоящего полицейского. Просто именно. Останавливается водитель, начинает нас буксировать на заправку. При этом мы едем на заправку. Один из нас начинает кипишевать за музыкальный центр. Бля, времени мало, надо срочно. Музыкальный центр. При этом нормально не кипишуй, все будет, все, у тебя уже стоит этот центр, у нас сейчас надо доехать. Да, решить вопрос, да. Да. И мы едем на заправку, у нас ни копейки денег нет. Вообще, надо же за что-то заправиться. И тут у одного хомяка. Не будем показывать пальцами. Возникла очень гениальная на тот момент, очень, ребята, гениальная идея, как заправиться без бабок. Прикиньте. Мы начинаем действовать, что пополняхи еще никто не отменял. Есть же пополняхи. То есть нам надо найти человека, кто нам добровольно захочет пополнить счет хотя бы на 100 гривен. Понимаете? Где найти? Как найти? Такие люди есть. Оказывается, но только среди хомяков. А, тоже, да? У кого ты ж доверие исчерпал? Кто только, еще доверяет тебе чуть-чуть? Кто? Только хомяк. Только такой же хомяк, как и ты, может тебе довериться. Опять же, каким образом? Ты начинаешь ему обещать, я хомяк, отвечаю, обещаю, все, у меня сейчас затарено, блядь, именно у меня 100 кубов ширки. Он еще накумарит, а не проблема. Ты уже не накумарит. Ты уже все, мы тебе дадим и на завтра дадим. Ты раскумарился сейчас, и на завтра тебе дадим раскумариться, но нам, понимаешь, надо доехать до Киева. Мусора, это куча запрета в машине, и бензин закончился.
хомяк. Естественно. Такой же, естественно, конечно, начинает нам говорить эти цифры, куда кидать бабки. Мы ему диктуем номер своего Киевстара. Не проходит и пару минут, я не знаю, как быстро он добежал до терминала, переводит нам. Действительно. Действительно. Падает. Мы еще вот только доехали до заправки, падает нам 100 гривен на карту, на Киевстар. Я подхожу в кассу к заправщику и начинаю, говорю, вижу, что, сука, не с хомяков тоже. Ну, такой, плохо. Ну, плохо, да. С хомяками намного проще. Давай. Хомяк хомяка видит, да. Видит издалека. Я начинаю ему подходить издалека. Говорю, Жаня, здоровенько. Каким оператором ты пользуешься? Киевстаром, естественно. Ну, тогда Киевстар был вообще в тренде. Ну, да. Киевстар. Лайф вообще не котировался. Лайф плохо ловил. Я знаю, лайф ловил только в центре. Киевстаром. И то через раз. Я говорю, только сейчас для тебя есть уникальная возможность пополнить себе Киевстар на сумму 100 гривен на... за 80 гривен. Он принципиально не захотел участвовать в этих всех именно, ну, каких-то моментах. Он сразу почувствовал, что что-то тут неладное, и, ну, дал нам отпор. Может, увидел, что вы хомяки. Может быть. Я ему сразу борзо свой хомячий, блядь, запил ему туда именно в это окошко. Я говорю, да послушай, какая тебе разница, ты пополняешь. И начинаю ему качать уже, знаешь. Mm-hmm. Да заправь нам, блядь, на 70 гривен хотя бы машину, я тебе 100 гривен скину на карточку, блядь. Только заправь нам машину, и мы поехали. Все. Что тут именно, ну, непонятного? Он категорически отказывается вообще участвовать в этих моментах. И благо. Благо, да. Рядом человек. Просто, видно, жалко стало. Может, хомяков. Где-то есть родственники хомяки. Или какой-то знакомый хомяк. Ну, вот три хомяка. Или сам был. Или, не, ну, не было. Сразу видно, что он на мотоцикле таком. Подъехал, видно сразу, что ну, далеко, далеко не хомяк. Ну, походу, где-то, наверное, родственники есть с хомяков. А говорит, мужики, ну, в чем проблема? Ну, вот и та, я ему эмоционально, ну, прикинь, тупо, короче, это, ну, какая разница? Он мне говорит, давай скидывай, ну, 100 гривен. Я тебе, он взял сотку, прям на сотку нами заправил. Я ему пожелал ни гвоздя, ни жезла. Мы поехали. Где-то через три дня мы вспомнили чисто случайно, что какой-то хомяк нас ждал с верой и надеждой, что мы приедем и привезем ему корма этого хомячего. Накормим его. Не привезли. Не привезли. И мало того, что вспомнили чисто так на пару, мы этот музыкальный центр не выкупили. Один из дней, вместо двух хомяков, смотрю, один армянский хомяк. Я сразу в недоразумение подхожу и интересуюсь у армянского хомяка. Что же случилось? Где третий наш хомяк? Он говорит, Сережа, у нашего третьего хомяка... Ну, говорит, Сережа. Да. А он говорит, Сережа, у нашего третьего хомяка... очень большие неприятности. Родители выкупили, что нету музыкального центра. Мы ему пообещали его выкупить и тому подобное. Но нам сейчас перед нами предстоит серьезная задача, дабы выкупить этот музыкальный центр. Но мы начали генерировать, чтобы выкупить музыкальный центр, нужны дивиденды. Ну, для начала, чтобы его выкупить, нужно и нам что-то подсняться. Итак, мы начинаем генерировать уже не втроем, а вдвоем с армянским хомяком. У нас нет автомобиля, мы вдвоем решили... А это у третьего хомяка автомобиль? Да, у третьего хомяка был автомобиль, да, у него было чуть-чуть лучше, чем у нас. И мы решили пройти через один прекрасный двор, чисто случайно. Не знаю, ну, почему мы туда решили пойти, ну... Вот, потянуло. Потянуло нас туда. Мы проходим, и вот такая вот картина. Породняк там был чуть-чуть другой, он был, ну, шестнарик, лестница. И стоит вот возле породняка, стоит тачка,
Ну вот как здесь, допустим. Ну вот как здесь, да, ну, стоит ну, тачка. Ну давай представим, что... Да, вот представим, вот, допустим, используем этот автомобиль, да, только был доступ с другой стороны, он стоял как раз впритык возле парадного. И мы проходим с нашим армянским хомяком, и мы вместе своим хомячиным, уже далеко не орлиным, жадным. Хомячим, жадным своим глазом, вот так вот, на... в сторону. Мы смотрим, как лежит на торпеде барсетка. На торпеде в машине? Машина, торпеда. Лежит барсетка. Очень сразу понимаем, что эта барсетка нам очень нужна. И находится там внутри, потому что автомобиль то ли Мерс какой-то, то ли Беха. Ну, хороший. Премиального класса, да, так скажем. Премиального, хорошего класса. Мы, недолго думая, я беру сразу же молниеносно разбиваю. Ну, перед этим мы перекинулись взглядом с нашим армянским хомяком и поняли, что он со мной. Молниеносно разбиваю водительское стекло подручным средством, проникаю в автомобиль приблизительно по пояс. Ну, дабы дотянуться. Дабы дотянуться до желаемого предмета. Потому что барсетка лежала ближе к другой двери. И вот я дотягиваюсь до нее, и передо мной картина, вот я вижу породняк, я вот тянусь, беру эту барсетку, боковым зрением смотрю, как спускаются с породняка два спортивных, молодых, в себе уверенных, далеко не хомяка человека, с такими шеями. И они спускаются, вот так вот приблизительно это все было. И смотрит, он так вот подбивает кента за руку и такой показывает на машину, смотри. И они вдвоем, именно вот таким, именно, что два стафа. Вот так вот, у них глаза настолько пронзительно вникли вот именно в этот автомобиль. Я в этот момент... Вот так вот тянусь за барсеткой, начинаю улыбаться, понимая о том, что это ихний автомобиль. Начинаю брать эту барсетку и... Все-таки берешь? Да. Угу. Беру ее и текаю. Эти два стафа сразу цепляют, именно хватают, бегут за мной. И я понимаю, что рядом мой армянский дружок, который болеет туберкулезом, который при этом еще на кумаре, офигевший, он не может пробежать даже пару метров, он начинает задыхаться. И вот, о, точно такой же перекресток, вот точно такой же. Мы, получается, бежим, он бежит за мной, я бегу, эти два штемпа бегут за нами, они почти нас догоняют. И вот здесь вот проходит вот так вот девочка с, с ротвейлером. Ротвейлер. Она идет ротвейлер, и ротвейлер резко кидается на этих штемпов. Понял? Она начинает их держать, то есть эти штемпы чуть-чуть притормозились, понял, при этом. Одного она притормозила, второй дальше без никакой реакции начал направляться за нами. То есть бежит, я понимаю, что сейчас если кого-то догонят, ну это сломанные носы, руки у нас, это обеспечено будет. Гарантированно. Потому что ну, я бы физически, я бы не вывез бы, мы даже бы, наверное, 5 хомяков таких, как я, не вывезли бы одного этого стафа. Получается, перед нами сразу открывается картина, детский садик и забор. Я понимаю, что этот второй штемп никак не отвалит. То есть он бежит уверенно за нами. Я быстро бежит? Бля, реально быстро бежал. Я беру эту барсетку и начинаю, тупо вот так вот кидаю. На ходу бегу с ней, вот так вот эту барсетку выкидываю. Она летит в сторону. И я вот так вот бегу, боковым зрением смотрю, что этот второй луканулся за этой барсеткой. Я бегу, перепрыгиваю этот забор, вообще, я просто даже не заметил, как я его просто перелетел, этот забор. Бегу дальше, слышу, как мой армянский друг начинает орать диким голосом, именно таким диким голосом орет. Я начинаю разворачиваться назад, думая, что его, походу, поймал кто-то из них. А он на самом деле перелазил забор, зацепился штаниной за, ну, за забор.
и начинает кричать, не может слезть. Эти два штемпа заметили, что он зацепился, начинает ускоряться. А я ускоряюсь с той стороны. Подбегаю к нему, быстро отцепляю его. И такие, они просто посмотрели уже и не стали за нами бежать. Вот таким образом мы... помогли своему хомяку третьему. Да, вот таким образом, да, вот таким образом мы помогли своему третьему хомяку. Но адреналина нам хватило до вечера. Я тебе хочу сказать, что у нас перестало как бы и кумарить. Да. Мы потом, ну, мы нашли, ну, ты постоянно рискуешь, ты постоянно ищешь деньги, неважно. Бывают легкие деньги, которые просто легко. Бывает именно таким способом, ты понимаешь, что перед тобой преград нету, тебе похер, тебе лишь бы бабки, дабы поменять их на наркотики. Ну, потом, в итоге... Ну, вы помогли, выкупили? Частично, как бы, понял. Ну, это можно сказать, он сам выкупил. Тот третий хомяк выкупил сам этот музыкальный центр. И якобы пришел и сказал, все, больше никогда. Ну, через неделю опять он заложил этот музыкальный центр. И все равно была надежда, что все равно его выкупят. Ну, в принципе, выкупать... бывали попытки, выкупили, бывали, не выкупили. Тут же бывает день летный, день пролетный. Тут ну, вот это не и есть колесо хомяка. Да, который... И на следующий день ты просыпаешься, и опять утром все то же самое. Все то же самое, аналогично. Тебе надо искать, тебе надо искать. И вот, ребята, почему вы хомяки? Все, быть добру!